менять обстановку. Что, всем привет! Вот и закончился Сочи Дрифт Челлендж. Тачка целела, все ок. Спасибо компании GTOIL за то, что снабдили меня маслом и топливом. Набрал эту себе дранок. Можно тренироваться весь сезон. И те, кто просил меня довезти что-то из Сочи в Москву, ребят, сорян. Вот мне сюда надо еще поместить где-то 20 колес. Не знаю, как я буду это делать. Кстати, есть Зикнова на продажу, есть 265-го Слейк на продажу. Либо могу обменять на 235-го Эстик. Вот, сезон получился очень крутым, интересным. Порадовало, что машина, как всегда, не подвела. А что касается предстоящего сезона RDS Европа 2022, он у меня, к сожалению, под большим вопросом. Тянуть всю эту историю с нынешним курсом становится все сложнее и сложнее. Пока в поисках партнеров и команды. Родилась такая идея. Есть все для комфортного пребывания на этапе. Так что, если кому-то нужна помощь, техническое сопровождение, логистика, ну и так далее, пишите, ну, соответственно, сезон 2022 года. Пишите, что-нибудь придумаем. Привез Серегу на базу, но чтобы доехать обратно, из-за вот этих вот колес очень сильно большая нагрузка надышла, и для противовеса загнали джипник. Сейчас идем обратно на автодром и загружаем Альтезу.